друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Hey, друзья, всем привет! И вы на канале Петрович на охоте и не только. Наконец-то долгожданная вылазка на разведку. Охота на гуся. Я рад вас приветствовать. До открытия охоты осталось 2 недели. Я выбрался в угодье. Вот. Нам надо проверить наши скрутки, посмотреть гусей. Маночки с собой взял. Вот. Гуся уже видел. Сейчас я иду в сторону присады, чтобы поснимать вам. Там в районе, может быть, 300 голов гуся сидит. Вот, погодка супер, плюсовая температура, жарко. Я вот в термухе, жилетке. Вот. Так что смотрите дальше. Вот, покажу я вам, как организуем скрутки, строительство лагеря нашего. Вот, беседку поставим, скорее всего. Так что увидимся. Вот они, поднялись гусики родимые. Попробуем поманить их. О, они садятся. Кружат. Воды тут нормально в этот раз. Вот так, друзья, я вам обещал. Я вам показал гусей. Красотища. Сидят, машут крыльями там. Сидят, машут крыльями. Чуть-чуть пройдемся. Может, оттуда лучше будет видно. Там уточки плавают, чайки. Чуть-чуть они до меня не долетели, вот гусики. Чуть-чуть до меня не долетели. Они все вот там сидят. Несколько сотен. Вчера Тульская открылась. Вот они, родимые. Нашли себе спокойное место и сидят. Вот она присада. Вот они. Красавцы. Сидят. Отдыхают. Прилетели. Хорошие. Вот тут какая кучка-то сидит. Пойдем дальше. Поднялись уточки. Уточки на вас летят с вами. Северная утка. Там гусики сидят. Гуси. Прошли.
А гусики сидят. Даже не это не переживает. Так вот. Ну что, ребят, с вами мы посмотрели гусей. Двигаемся дальше. Будем делать кротки. Вот. Пусть они тут сидят, отдыхают. А мы погнали дальше. Идем на наш любимый разлив. Вот. Гусик мотается. Вот. А мы сейчас посмотрим наши прошлогодние скатки. Ребят тут уже немного подшаманили, говорят. Посмотрим. О, наши лужицы нормально. Водичка есть. Водица. Водица есть. Наше любимое место охоты. Охота на гуся. Но в этом году воды поменьше, конечно. Были года, что у нас прям вот так была вода полностью. Да. Прошлый год. Скрадочек мой. Мешковина вся обвалилась. Сейчас чуть-чуть подшаманим. Что-нибудь пошаманим. Ну, трава, да, некоторая осыпалась. Ладно. Делаем. Вот здесь у нас, ребята, переправа. Шикарный мост. Там подшаманили, ребята. Вот. И... Можно спокойно по нему ходить. Переправляемся. А иначе все обходить приходится. Черк. Надо штатив. Без штатива неудобно. Красота же. Сейчас на дубле, блядь. Клони, я буду они ходят, красавцы. Будущие присады. Сели, пока делали скоротки, сели вот туда вот гуси. Посидели, посмотрели на нас. Гусь потихоньку мотается.
чуть-чуть замаскировали скрадки. Вот второй скрадок. Вот так вот будет внутри. Еще сверху маскировочная сеть будет. Думаю, шикарно будет обзорчик такой. Гусь, гусь мотается. Утки очень много северной пришло. Ждем открытия. Так, ну что, друзья, разведку провели. Гусь есть. До открытия осталось совсем немного. Вот, скрадки мы подшаманили. Навес сделали, чтобы там в непогоду сидеть, обедать там. Погодка сегодня шикарная. Вот. В жилетке спокойно. Можно и в термухе чисто. А вы, как всегда по традиции, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в шапке профиля. Все. Всем ни пуха ни пера. И до новых встреч.